Всем привет! В эфире Insta News, дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Instagram. Вторничный выпуск у нас состоит из постов бравых парней Беркута, Нуртаса Адамбая и Диаса Аблаева. Главный хищник эстрады певец Беркут оказался тем еще санитаром леса. И кто это сделал? Может быть, это животное и не пало от рук охотника, но я против охоты, заявил исполнитель. Давайте, говорит, беречь нашу природу. С этим нельзя не согласиться. Диаса Аблаева же мучает собственное подсознание. Тонко чувствующий артист рассказал подписчикам о своей аэрофобии и боязни летать в космос. Словом, с днем космонавтики парня можете не поздравлять. А вот публикацию оцените. Можете в комментариях о своих фобиях рассказать. Диасу наверняка будет интересно. Нуртас Адамбай же решил подшутить над трендовой манией, именуемой «фейсап». Режиссер решил сделать свой коллаж с блэкджеком и килинками. И еще один интересный пост от Нуртаса. Его последняя на данный момент картина «Тарас» доступна для просмотра на YouTube. Наслаждайтесь! Срочная информация от компании Samsung. Прикоснуться к смартфону без границ можно уже сегодня. Ведь в магазинах партнеров компании размещены демонстрационные модели нового Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. На данный момент демо-образцы доступны только в Алматы и Астане. Вы можете ознакомиться со смартфонами и определиться с выбором для предзаказа. Если успеете оформить предзаказ до конца месяца, получите подарок от Samsung, так что спешите. Чем еще порадовали фолловеров отечественные звезды, узнаем в среду. Пока-пока.